Добрый день! Сегодня посмотрим работу цепного скрипкового конвейера. Он предназначен для горизонтального или наклонного транспортирования зерна и продуктов его переработки. Угол наклона до 15 градусов. Также можно перемещать цепучие материалы, схожие с зерном, по физико-механическим свойствам. Сейчас видим, как конвейер перемещает зерно. Цепной конвейер представляет собой оцинкованный или черный желоб, на концах которого установлены приводная и натяжная станции. Непосредственно на приводной станции установлен мотор-редуктор. В качестве тягового устройства используются цепи с погруженными полимерными скрипками. Корпус конвейера состоит из соединенных между собой линейных секций различной длины. Сейчас мы посмотрим, как перемещается гранулированная продукция. При монтаже конвейера на месте его установки в секциях загрузки и выгрузки вырезаются отверстия, по которым зерно будет поступать и выходить из него. Ознакомиться с этим и другими моделями конвейеров можно на официальных сайтах компании ВС Украины. Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе новинок. Будем рады комментариям и лайкам. До скорых встреч!